Здравствуйте, а можно два единых билета до Ялты на 3 и 4 сентября? В Крым из любой точки России по единому билету дорога на курорт становится быстрее и комфортнее. 10 тысяч человек за последний месяц решили путешествовать именно таким способом. На Крым по единому билету 14.10. Для примера, жителям Оренбурга нужно для поездки в Москву потратить больше времени и денег. Ехать через Москву. С программой «Единый билет» они тратят на сутки меньше времени и на 5 тысяч рублей это выходит дешевле в одну сторону. Единый билет – это система, которая позволяет добраться в Крым из городов, откуда нет прямого транспортного сообщения. Продумывать маршруты пересадки пассажирам не нужно. Один билет выдают на все виды транспорта. Из любого города страны. Сначала поездом или самолетом до Анапы и Краснодара. Здесь пересадка и дальше путь на полуостров на автобусе. Именно ради таких видов за окном пассажиры выбирают автобусы из Краснодарского края. Белоснежные арки Крымского моста – символ полуострова в объективах телефонов. И вот он, Крым. Путь по новой трассе. Главная дорога всего Крыма, трасса Таврида, готовится к открытию. 250 километров от Керчи до Севастополя – широкая и комфортная магистраль. По ее большей части, а это 190 километров, автомобили уже ездят. 4 полосы от Крымского моста до Симферополя запущены. Скоро откроются еще 60, после чего время в пути сократится в 2 раза до рекордных 3,5 часов. Мне нравится, дорога хорошая, ехать приятно. Первый раз мы ехали, еще дорога была старая, мы ехали долго. Помню это. А сейчас мы быстро ездим. Таврида уже и сама по себе достопримечательность Крыма. Она проходит через самые живописные места. Из окна автомобиля можно увидеть весь полуостров. Уникальная белая скала, древний вулкан Карадаг, горы Южного берега и бескрайние лавандовые поля. 4 полосы и десятки транспортных развязок. Вот так выглядит 5-й этап трассы Таврида. Уже совсем скоро по этой дороге поедут автомобили в Севастополь. При этом заезжать в Симферополь им больше не придется. Таврида построена в обход столицы республики, что значительно разгружает дороги Крыма. Состав асфальтобетонной смеси разработан в лабораторных условиях. Для этого была учтена температурная составляющая Крыма за последние 20 лет, существующая и будущая транспортная нагрузка. Быстрее после открытия Тавриды станет и путь в аэропорт. Сейчас на трассе устанавливают последнее барьерное ограждение и наносят разметку. После того, как все работы будут завершены, по единому билету в Ялту, Алушту, Феодосию и Судак очень быстро можно будет ездить круглый год. Солнце, море и горы. Гостеприимный Крым туристы встречает летней погодой. Здесь в самом разгаре бархатный сезон, а значит купить свой билет в лето в этом году еще можно.